В течение прошедших суток вооруженные силы Украины продолжали попытки наступательных действий на Южно-Донецком, Запорожском и Донецком направлениях. В районе Временского выступа оперативно-тактической и армейской авиацией нанесены удары по подразделениям вооруженных сил Украины в районах населенных пунктов Новодонецкая, Сторожевая Донецкой Народной Республики и Ливадная Запорожской области. В результате огневого поражения уничтожены один танк, боевая машина пехоты и три боевые бронированные машины. На запорожском направлении умелыми и мужественными действиями подразделения группировки войск «Восток», ударами авиации и огнем артиллерии отражены две атаки подразделений 65-й механизированной бригады вооруженных сил Украины, усиленных танками в районах населенных пунктов Новоданиловка и Яблоково Запорожской области. Кроме того, нанесено огневое поражение колоннам резерва противника, выдвигавшимся в направлении населенного пункта Каменская Запорожской области, а также по скоплению живой силы и техники в районе населенного пункта Белогорье Запорожской области. В районах населенных пунктов Дорожнянка, Гуляйполе и Мирная Запорожской области пресечена деятельность трех украинских диверсионно-разведывательных групп. Общие потери противника на Южно-Донецком и Запорожском направлениях за сутки составили до 200 украинских военнослужащих, 8 танков, 6 боевых машин пехоты, 13 боевых бронированных машин, 3 автомобиля, 2 гаубицы Д-20, гаубица М-100Б, самоходная артиллерийская установка «Гвоздика», а также боевая машина РСЗО «Град». На Донецком направлении активными действиями южной группировки войск в течение суток успешно отражены 10 атак противника в районах населенных пунктов «Веселая», «Георгиевка», «Первомайская», «Красногоровка», «Водяное» и «Маринка» Донецкой Народной Республики. В ходе боевых действий уничтожено до 400 украинских военнослужащих, один танк, две боевые бронированные машины, а также 8 автомобилей. На Кубянском направлении ударами армейской авиации, огнем артиллерии и слаженными действиями подразделений западной группировки войск нанесено поражение подразделения противника в районах населенных пунктов Берестовое, Кисловка Харьковской области и Стельмаховка Луганской Народной Республики. Кроме того, в районах населенных пунктов Синьковка, Котлеровка Харьковской области и Новоселовская Луганской Народной Республики пресечена деятельность трех украинских диверсионно-разведывательных групп. Потери противника за сутки составили свыше 40 украинских военнослужащих, боевая бронированная машина и 2 пикапа. Один украинский военнослужащий сдался в плен. На Краснолиманском направлении ударами авиации, огнем артиллерии и тяжелых огнеметных систем группировки войск «Центр» нанесено поражение подразделениям вооруженных сил Украины в районах населенных пунктов Плащанка, Червонопоповка, Червоная Деброва Луганской Народной Республики, Ямполовка и Григоровка Донецкой Народной Республики. Кроме того, пресечена деятельность трех диверсионно-разведывательных групп вооруженных сил Украины в районах населенных пунктов Червоная Деброва Луганской Народной Республики и в Серебрянском лесничестве. В ходе боевых действий за сутки уничтожено до 135 украинских военнослужащих, боевая машина пехоты, две боевые бронированные машины, 4 пикапа, гаубица Д-30, а также 3 самоходные артиллерийские установки «Гвоздика». 8 украинских военнослужащих сдались в плен. На Херсонском направлении в результате огневого поражения противника уничтожено свыше 60 украинских военнослужащих, 7 автомобилей, самоходная артиллерийская установка «Акация», 2 гаубицы М-100Б, а также артиллерийская система М-777 производства США. Оперативно-тактической армейской авиации, ракетными войсками и артиллерией группировок войск Вооруженных сил Российской Федерации в течение суток нанесено поражение 117 артиллерийским подразделениям Вооруженных сил Украины на огневых позициях, живой силе военной техники в 129 районах. В районах населенных пунктов Новгородская Донецкой Народной Республики, Новопавловка Запорожской области и Мараховец Харьковской области уничтожены склады боеприпасов 109-й бригады территориальной обороны, а также 44-й артиллерийской и 60-й механизированной бригад вооруженных сил Украины. Также в районе населенного пункта Запасная Запорожской области поражен командный пункт 128-й горно-штурмовой бригады вооруженных сил Украины. Средствами противовоздушной обороны за сутки перехвачено 7 реактивных снарядов систем залпового огня «Хаймарс» и «Ураган». Кроме того, уничтожены 12 украинских беспилотных летательных аппаратов в районах населенных пунктов Любимовка, Запорожская, Переможная Запорожской области, Плащанка, Кременная Луганской Народной Республики, Володина и Благовещенка Донецкой Народной Республики. Всего с начала проведения специальной операции уничтожено 444 самолета, 240 вертолетов, 4725 беспилотных летательных аппаратов, 426 зенитных ракетных комплексов, 10256 танков и других боевых бронированных машин.
1127 боевых машин реактивных систем залпового огня, 5187 орудий полевой артиллерии и минометов, а также 11098 единиц специальной военной автомобильной техники.